Степанова Вика, школа номер 84 класс, автор Надя Данилова, солдату Второй мировой. Ты извини меня, солдат, что не могу сказать ни слова, что слезы в горле снова, что я молчу, смотря в глаза. Повестка, сын погиб на фронте, он воевал, он был солдат, столько верст пришел в пехоте, он так хотел прийти назад. Мечтал сказать, откройте двери, вот я, ваш внук, ваш сын, ваш брат. Он так в победу нашу верит, он никогда не прятал взгляд, и до сих пор душе обидно, что не пришел домой солдат. Над безымянной могилой горит негаснущий огонь, промчались годы горевые, но мать порогу выйдет вновь. Нет ничего сильнее в мире, чем материнская любовь.